И как обычно, розыгрыш на 100 голды. Чтобы ее получить, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на мой канал и написать хороший комментарий плюс свой ID. Все просто. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у нас будет мега крутой крафт! Крафт! А знаете почему? Да потому что вы набрали, черт возьми, 8 тысяч лайков на прошлом видео! А я просил всего лишь 3. Так вот, ребята, если мы на этом видео наберем 4000 лайков, я опять сниму продолжение и опять потрачу все свои деньги на крафты. Вы готовы, дети? Вы готовы, дети? Да, капитан! И я думаю, что уже пора начинать. Поехали крафтить. И начнем мы, ребята, крафт как обычно. Как обычно. Из самых крутых скинов в мире, а именно из синих. Поехали. И да, сегодня я буду крафтить легендарки. Так что, ребята, ставьте огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал и, конечно же, пишите хорошие комментарии. О, вот это что надо, поехали. И мне выпадает. Смотрим. P350 Rally. Так, а сколько же стоит данный замечательный скин? Давайте-ка мы, ребят, оценим его цену. Найти на рынке. 1.83. Ну, скажем так, хотелось бы чего-то побольше. И мне, опять же, ребят, крафчить дробаши мне выпадает, как вы думаете, что? АКР Карбон я купился! Да, детка! Блин, ребят, мы окупились, мы это сделали, просто мы лучшие! Вот вы, ребят, вы лучшие, так что ставьте лайки. Тупо вот ставьте лайки и напишите в комментариях, вот кто топ? Вот как вы думаете, кто топ? Напишите, ребята, снизу в комментариях. Идемте дальше. А дальше... мы будем крафтить UMP Shark. И внимание, из этих скинов нам может выпасть АКР Спорт. Было бы, ребят, реально круто. Ну чё, поехали. Крафтинг. Так. И как вы думаете, что же мне выпадет? Напишите в комментарии. А я открываю. 3, 2, 1. И М40 Quake. Ну, чё, так себе, ребят, честно говоря, так себе, могло бы что-то и получше, идемте дальше. Опять крафчу UMP Shark, потому что Тик-Так сказал, что это самый выгодный крафт, поэтому, ребята, по его совету будем крафтить именно UMP Shark. Фух. Ну что же, держим кулачки, и мне выпадает, как вы думаете, что? АКР Спорт, я опять окупился, ха-ха! Ребят, я просто не знаю, я в шоке. Сегодня лучший день моей жизни. Я купился. Да! Да! Ну а теперь уже будет крафт немножко подороже, а именно эпики. Да, ребят, эпики. Вы все их ждали. Так что давайте, ребят, держим кулачки. Надеюсь, мне выпадет что-то хорошее. Прям верю в это. Фух. Ну что же. Поехали! АВМ Gear. Хм, слушайте, а сколько это стоит? А ну-ка. Ну, ребят, неплохо! Я опять окупился! Ну, я в шоке. Ну, сколько можно? Опять окупился, да! Обожаю крафты, обожаю, ребят. Давайте по-бырому лайки все ставим, потому что я хочу уже новые крафты, ребят. Активненько лайки набираем, давайте. Поехали дальше. А вот именно сейчас мне, ребята, уже может выпасть что-то прям очень-очень дорогое, потому что я буду крафтить именно легендарки. Чтобы вы понимали, один UMP-45 стоит, найти на рынке, 51 монету. Ну, я покупал по 43. Ребят, 43 монеты, вдумайтесь. Фух, поехали. Крафтинг. Блин. Пожалуйста, кентуха. Давайте, ребят, держим кулачки. Фух. Сейчас будет то, чего все ждали. Это крафт легендарок. Поехали. Так, тишина. Просто, ребят, тишина. Я посмотрю, сколько данный скин стоит. Так. А купить? Я опять окупился! Вот это пушка, ребят, просто пушечка.
Блин, обожаю крафты. Я вот прямо сейчас-то, ребят, продам за 489. Вот так вот. В общем, мои уважаемые подписчики, набираем много лайков, и я снимаю продолжение. Так что, пожалуйста, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой второй канал, я там стримлю. Ребят, стримы от Кента, второй канал, ссылка в описании. И, ребята, третья ссылка, это группа ВК, там, ребята, проходит конкурс на халявную голду. Ребят, кому надо 1000 голды, в описании есть ссылочка. Все, ребята, всех люблю, всем удачи, с вами был ваш Кента, пока, всем пока-пока.